В Губкинском завершился прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Для девятиклассников это допуск к государственной итоговой аттестации. В этом учебном году его пройдут почти 400 девятиклассников. Собеседование состоится 9 февраля. Ежегодно во вторую среду февраля девятиклассники проходят процедуру итогового собеседования по русскому языку для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации. Проходят собеседование ребята в тех школах, в которых они обучаются. На прохождение собеседования им отводится 15-16 минут. Оценивается собеседование по системе зачет-незачет. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, 20. Для того, чтобы получить зачет, необходимо набрать 10 баллов. Собеседование состоит из 4 заданий – чтение, пересказ текста, монолог и диалог с экзаменатором. Для ребят, которые по уважительным причинам не смогут принять участие 9 февраля, есть дополнительные дни – 9 марта и 16 мая. Для классов на дистанционном обучении собеседование проведут в онлайн-формате.